Уважаемые наши слушатели, дорогие друзья, сегодня с огромной радостью я приветствую вас в нашем концертном зале Иркутской областной филармонии на творческом вечере юбиляра председателя Иркутской областной общественной организации «Союз композиторов», лауреата всероссийских конкурсов и фестивалей, лауреата премии губернатора Иркутской области, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Георгиевича Зоркина. «Байкальское кольцо», которую исполнила студия «Ангара» Дворца детского и юношеского творчества, руководитель Валентина Шульга. Дорогие друзья, позвольте пригласить на сцену для поздравления первого заместителя министра культуры и архивов Иркутской области Андрея Ивановича Сальникова и начальника отдела профессионального искусства Наталью Анатольевну Плинт. Чиновников тяжелые минуты наступают, он садился за рояль, играл
что мелодия и сердце оттаивало. Он настоящий друг, и у него очень большое сердце, поэтому у него очень светлая и красивая музыка. И мне сегодня приятно вручить Владимиру Георгиевичу вот этот сертификат от Министерства культуры и архивов Иркутской области на издание сборника «Его произведений». А сейчас песню Владимира Георгиевича Злобкина на стихи поэта Марка Сергеева «Вечный свет Иркутска» исполняет заслуженный артист России Николай Нестеров. Ты прибег останешь на ветрах.
Владимира Зобкина на стихи поэта Марка Сергеева «Комсомольцы Иркутска». Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Звуки времени». Несколько слов об этом ансамбле. Это ансамбль нашей молодости. Начало 80-х годов. Вот они завоевали, стали лауреатами первого областного конкурса в Иркутской области этой песни. С тех пор она звучит у них. Послушайте, здесь другая обработка, другая аранжировка, что прошу послушать. И еще. Этот ансамбль был 30 лет назад, а сейчас они собрались, чтобы поздравить меня и нас с праздником. Сыграют вам несколько вещей. Одну вам назвали, остальную мы назовем чуть позже. Комсомольцы Иркутска, комсомольцы.
участников вечно молодого ансамбля «Звуки времени». Анатолий Долотов, клавиши. Евгений Валиулин, бас-гитара. Владимир Шишкин, саксофон. Евгений Семенов, гитара-соло. Владимир Новожилов, ударные. Игорь Несынов, вокал. А сейчас прозвучит песня Владимира Зоткина на стихи поэта Марка Сергеева «Оранжевый мяч». Собирались, так просто виделись, совершенно случайно, может быть, а может быть, нет. Но так вот бывает, живем мы в разных городах, встречаемся редко, но вот здесь, опять же, Володя Зоткин нас всех объединил, а и благодаря ему мы собрались, было 3 репетиции всего, но вот что-то мы вот попытались сыграть, спеть. Юбилей — это не особенный праздник, ведь это же на самом деле особенный, замечательный праздник. Это повод взглянуть на прожитые годы и сказать самому себе: да, Володя, сколько непростых, но прекрасных лет прожито. Сколько сделано, сколько достигнуто, есть любовь, есть друзья, единомышленники. Но самое главное, конечно же, это музыка. Музыка, которая и по сей день наполняет тебя жизнью, смыслом и любовью. Пусть сегодняшний общий праздник, не только праздник, Володя, но и наша сила, будет ярким и принесет тебе радость, неизгладимые впечатления еще на долгие годы. Пусть не подводит тебе здоровье, оптимизм, творчество, вдохновение. И, конечно же, верная жена будут твоими спутниками
и в дальнейшем и самые заветные мечты исполнятся. Володь, мы тебя любим. Мы горды, то, что мы живем в одно и то же время с тобой. Я помню 69-й год, когда я с тобой познакомился. Я не побоюсь сказать, что это были танцы. Танцы дома офицеров, балкон, сэр на барабанах. И мы пели одну из песен, которые мы сегодня поздравляем тебя. Я сейчас сказал от лица всех своих близких друзей, которые находятся на сцене. Поздравляем тебя и просто хотим исполнить нашу молодость и спеть тебе и подарить одну из тех песен, когда-то мы с тобой ее пели, ты играл на клавишах. Было здорово. Дай Бог, пускай это будет всегда. Спасибо. Shoulders. When you know that you
Вы знаете, эта песня, которая нас сегодня с вами здесь собрала, сегодня ей 35 лет, это комсомольца Иркутска. У нее тоже юбилей, поздравьте ее. Пару слов. Группа «Звуки времени» спешит к вам с поздравлением. Очень долго буду говорить. Годам минувшим не вернуться. Но помните, все до одного. Георгиевич, наш родной Иркутский, тебе же 70 всего. В любви горячей, в труде упрямой, создал ты песнь про комсомол. С ней наш ансамбль в 80-м лауреатство приобрел. Консерваторию окончил, преподавал, писал, играл. И в нашей областной культуре ты признанной звездою стал. С Иркутском связанные судьбы, и среди них судьба твоя. Живи, мечтай, твори, Георгиевич, а мы с тобой твои друзья. Славный завод, не забудется дяду,
эта песня посвящена работникам завода дорожных машин и директору завода Ефиму Дынкину. И прежде чем прозвучит следующая песня, я приглашаю на сцену председателя Иркутского отделения Союза писателей России Владимира Петровича Скифа. Дорогие друзья, я хочу поздравить Владимира Георгиевича с юбилеем, с большим юбилеем. Мы же с тобой ровесники, да? Кто кого опередил? Я раньше. Я февральский, он ноябрьский, да. Я чуть-чуть постарше, так что ты еще молод. Вы знаете, хочу сказать о том, что вот с давних времен, еще самой-самой первой песни, а хотя, может, это не первая, но одна из самых знаменитых песен — это «Комсомольцы Иркутска». К сожалению, какой-то сбой произошел, и эта песня в исполнении Иосифа Кобзона не прозвучала. Он, конечно, блистательно ее поет. И тогда, конечно, когда эта песня прозвучала, вообще иркутяне были в шоке, что именно Кобзон поет песню нашего молодого в то время композитора Владимира Зоткина. И она стала визитной карточкой Иркутска. Вообще, вы знаете, вот прошли времена, мы в одно время, когда началась перестройка, начали отказываться от того, что было, от истории, от Советского Союза, от советских времен. А посмотрите, что натворили-то. Посмотрите, что творится, и как можно вообще отказываться от себя, от своей истории. Иногда такая железная ностальгия наступает и охватывает и память, и душу, и сердце. Разве появились бы эти уроды-бандеровцы? Разве появилось бы то, что происходит в Новороссии и на Украине? То, что мы теперь переживаем и вообще стыдимся. То, чего произошло, ну, не буду превращать это в митинг, хотя меня вообще всего иногда колотит. Вот. И тем не менее, я хочу сказать, что Владимир Георгиевич и был, и остается визитной карточкой Иркутска. Посмотрите, какие мелодии, даже песни, которые мы, ну, чего греха таить, иногда и по заказу делаем. Посмотрите, какая музыка в этом мараторском заводе. Посмотрите, какая удивительная музыка, какой он мелодист, потрясающий мелодист. То есть, я не знаю, лучшего композитора в Иркутске нет, пусть меня простят другие. Я люблю, конечно, и Виктора Грозина, который уехал в Москву, и Толю Теплякова, с которым мы тоже работаем. Но в этом смысле, я думаю, что Грозин, но выдающийся композитор. Это мы все прекрасно понимаем. Я не буду долго говорить, но хочется действительно поздравить своего соавтора. Мы с ним много сделали. К сожалению, не прозвучит сегодня поэма «Любви», моя любимая песня, которую исполняет Виктор Лисовой. Он сегодня на спектакле, и поэтому она не прозвучит, да, сегодня. Ну, к сожалению. Я очень люблю эту песню. Дай Бог, чтобы хватило сил, мужества, любви к своей работе, к своим родственникам, к жене, к любимой Ларисе. Чтобы было вдохновение всегда, Володя. Чтобы не прекращалась твоя работа. А я тебе сделаю небольшой подарочек. Что я могу подарить? Я могу подарить только себя. Свои книги. Вот я на одной из них написал, и ты поймешь, что это за книга. Дорогому моему соавтору Владимиру Зоткину, его музе, супруге Ларисе, от юного прозаика Владимира Скифа, автора первой книги прозы «Байкальская переделкина» с надеждой на создание новых песен с тобой, маэстро Владимир Зоткин. С юбилеем, обнимаю. Малышку, ты еще ее не видел. Я думаю, что Лариса у тебя отберет ее тут же. Володя и Ларисе Зоткиным как нераздельную вещь. Чувствуя, что она отберет, я написал как нераздельную вещь. С пожеланием удачи, радости и здоровья. Эта книга «Четверостиши». Вы знаете, эта книга создавалась всю жизнь. «Четверостиши» короткие. Но вот меня всегда
настраивала на эту книжку четверостишие великорусского поэта Федора Ивановича Тютчева. Помните, да? Кто такая российская? Можно роман написать об этом, а он в четырех строчках уместил все. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенная стать в Россию, можно только верить. У меня тут тоже портрет моей музы есть, видишь, Евгения Ивановна? Я когда ее встретил, написал такое четверостишие. Ты меня навек очаровала, ты однажды в зимней тишине мою душу как цветок сорвала и в своем поставила окне. Вот что делает с нами. Так что я не стал продолжать это предложение, а что еще продолжать? Оно уже закончилось, правда? И еще тут есть такое же близкое. Я эту женщину увидел и вдруг почуял без труда, как нас невидимые нити соединили навсегда. Как и вас, с Ларисой. Спасибо, Володя. Ну, я не знаю, что ли. У меня еще есть стихотворение, которое посвящено Владимиру Зоткину. О нашем содружестве, о нашем соавторстве. Как Брежнев, без шпаргалки не могу. Владимиру Зоткину день 70-летия. Иркутск рифмуется с искусством, как небо с хлебом, с цветом свет. Мы вдохновляемся Иркутском, и композитор, и поэт. Обозревая сердцем зорким мир на Ангарском берегу, боготворит Владимир Зоткин свой город в ливнях и в снегу. Расширив небо горизонты, прозрев границы бытия, парит среди мелодий Зоткин, а там лечу навстречу я. Полеты наши вдохновенны и дерзновенны всякий раз, как будто летчиков военных в полете неба держит нас. Чтоб сохранить полет высоким и обрести сердечный тон, с поэзией родится Зоткин, как с чистым звуком камертон. Наверное, из мелодий соткан твой мир, твой дом, и значит ты. Несут тебя Владимир Зоткин, как крылья нотные листы. Спасибо тебе. Мы должны написать еще. Мы написали 60 песен, осталось еще 40. Ты готов? Спасибо. Спасибо всем и Владимиру Георгиевичу Зоткину. Спасибо. Я тебе низко поклонюсь. Я чуть-чуть дополню по поводу написания «Комсомольской правды». Сочинил, сделал, меня слышно? Да. Сделал, и поехал в Москву, в центр. Приехал, фирма «Мелодия» тогда еще была. Помните, кто постарше виниловой пластинки? Это был 86-й. Кобзон приезжает на студию вместе с Цветой, посмотрел, почитал, говорит, все пойдет, завтра будем записывать. Руководитель ансамбля «Мелодия» Боря Хрумкин забирает меня к себе, а мы всю ночь пишем аранжировку уже для пластинки по составу. На следующее утро приезжает Кобзон, как положено, все вовремя обсудим. Вообще, он должен сказать, он, конечно, великий, действительно, мастер с большой буквы, мастер своего дела. Он, значит, приходит и говорит, начинаем записывать. Ну, тогда студии еще не были такие технические, и появился первый немецкий магнитофон Штудер, которого было 16. То есть мы могли записывать партию каждого инструмента. Это, конечно, большое достижение было. Ну, сели быстренько, Кобзон берет ноты, говорит, поехали. Я говорю, повернулся к нему, я говорю, Иосиф Давидович, вы хоть автору-то можете показать, как звучит? Он так удивленно на меня посмотрел. Ну что ж, если вы хотите, я покажу. И забил первый куплет. Когда он спел первый куплет, я понял, что он спел лучше, чем я написал.
Наш концерт продолжает песня, посвященная Иркутскому государственному университету и Александру Ильичу Смирнову. Песня на слова поэта Владимира Скифа. Поет заслуженный артист России Николай Нестеров. Драматического театра с днем рождения. Табакерка была на гастролях, причем он сказал: «Дима, меня пародировать не надо, меня не надо, пародируй москвичей». И вот с тех пор я пародирую московских артистов и политиков, только московских, наших никогда. Итак, Олег Павлович Табаков, я надо поздравлял от имени по поручению Владимира Георгиевича Табакова, а сегодня заглянул в программку телевидения и увидел, что творческий вечер, 8 часов вечера Табакова по Первому каналу, вот, 80 лет, вот такое совпадение. Итак, тогда я Табакова, а сейчас Табаков поздравляет
Владимира Георгиевича. Олег Павлович Собаков. Поприветствуем Олега Павловича. Не скажу и поздравлю, все дело, понимаешь, летят годы. Ну что же мне 70? Сейчас бы самому так сбросить годов 30-35. Да подумаешь, опять пусть все опять звания зарабатывать. Да давай, думаешь, пусть остается все как есть. Дорогой Владимир Георгиевич, меня сегодня будут поздравлять на телеэкране те, кому за 80. А вас поздравляют те, кому пока за 70. Александр Корягин, стоит, стесняется. Саша! Я не стесняюсь, я как председатель Союза театральных деятелей России. Я тут что из Бразилии, страны дикие обезьяны, тут у вас прохладно, Сибирь, связки. Как в песне поется, я желаю счастья, счастья в этом мире большом. Надо было объявить год России, год композиторов, год музыки, ну или хотя бы театра, а тут год кино. Кинопроекты такие дорогостоящие, Никита Сергеевич Михалков. Ну, Саш, знаешь, театральные фестивали тоже дорого, тоже дорого. Я хочу пожелать Володе Зоткину, начать писать музыку для кинофильмов. Это будет правильно. С праздником. Спасибо. Сейчас встречаю много очень известных людей в нашем зале, которые пришли на прекрасный творческий вечер Владимира Георгиевича. Встретил Юрия Цольевича Дымкина, легендарного полковника МВД, с которым мы неоднократно были в Чечне вместе с членом нашего союза концертных деятелей Михаилом Сторожевым. И прозвучили музыка из кинофильма, мелодия из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» в исполнении участника боевых действий солиста Иркутского симфонического оркестра, члена союза концертных деятелей Иркутского областного отделения Михаил Сторожев. Поприветствуем.
На экране песня «Память». Музыка Владимира Зобкина, стихи поэта Марка Сергеева в исполнении Владимира Ухтинского, Канада. «Адмиралтейская звезда», солистка группы «Текила» и «Романтик Джаз Клаб». Наталья Кузнецова. Позабудь
час війни, в час тисков, я із вами рядом з тобою.
Владимировне Трофимовой, представляющей Центральный отдел ЗАГС по городу Иркутску. Уважаемые друзья, сегодня хочется сказать еще об одном юбилее. В конце прошлого года Владимир Георгиевич и Лариса Николаевна Зоткины отметили золотой юбилей семейной жизни. Поэта Марка Сергеева. Пожалуйста, поверьте в любовь. Исполнитель Ольга Сафронова. Она ромашкой рвется в высоту.
новых, интересных, красивых песен и романсов. Спасибо вам. Спасибо за ваше творчество. Владимир Георгиевич Соткин, как юбиляр, получает поздравления, в том числе и поздравительные письма и телеграммы. Вот одна из них, иркутского поэта Владимира Фролова. Владимир Георгиевич Соткин, заслуженный наш юбиляр, пусть 30 осталось до сотки, но ваш музыкальности дар и музы помогут при этом добротные песни творить. Быть нужным коллегам-поэтам, посильно искусству служить. Мы вам от души пожелаем здоровья и жизненных благ. И ваш юбилей отмечаем в своих благодарных сердцах. Дом народного творчества.